Пожалуйста, заседание РТ выдавали код на исполнение желаний. Его в один день практиковать нужно в полнолуние или можно неделю после полнолуния? Можно в неделю. Виктор Иванов, подскажите что-нибудь упражнение, у меня гипотиреоз, принимая гормоны щитовидной железы, мне 34 года. Делайте так, представляете, будто вы делаете вдох через зубы сзади и выдох, так как будто у вас вот здесь щитовидная железа, это горн, кузнечный горн, из которого идет выхлоп горячего дыма и огня. И делайте так, через горб. А спереди представляете, будто вот такой дым с огнем. Если делать так ежедневно на протяжении 1,5-2 месяцев, то можно вас снять в дальнейшем с гормонов щитовидной железы. Но нужно представлять, здесь сразу же, сколько времени. Лучше всего это делать 3 минуты, один раз в день утром, один раз в день там в обед, один раз в день вечером, один раз в день перед сном. Можно больше раз делать, но в раз.